Пошел, пошел на охоту. Моу третьего убил. Четвертый на очереди. Серьезно? Моу минус 4 уже в этом раунде. Приходит Моу. Это эйс. Это эйс от Моу на пистолетном раунде. Ну и последний на работе с бомбой Джей Ви. Знает про него. Отправляется. Ой, за спину коктейль Молотова отправляется. Джей Ви может это вытащить. Так, бомба диффузится. Похоже, Слэша была в защите. Это фейк по диффузу. Хоббит безразмерно. Отдают времени все меньше. Джей Ви, второй выпад. Нужно забирать его. Ну, насколько качественно просто-напросто дергает. Да, Моу там уже три раза все поменял девайс. Джей Ви берет клатч разыгровку. Еще один спачок справляется тобой. Проблем с тупиками не было. Моу-то с другой стороны. Моу. Надо, ну, имеет иллюзорные шансы классные киллы сделать. Первый пошел, второму туда же, красавчики. Третий на прицеле, браво, Моу. Фелпс понял, что сразу эту перестрелку не выиграет, но Фелпс забирает Глейва. Глейв сделал выпад для того, чтобы точно уж Фелпса забрать, но настолько жесткий этот молодой бразилец. Будет выходить. Все теперь ясно, понятно. Бразильцы вдвоем постараются разыграть перекрестный огонь и не дать Леге забрать этот раунд. Ну, он понял, что Лукас ушел, видит в пункте одного и понимает то, что второй, наверное, уже будет в дропруме. Бомба, вот куда стоит бомба, вот в чем главный вопрос этого раунда. Я пока не понял, но, по-моему, она... О, она даже близко не стоит здесь под Лукас. Лукас, тем не менее, понимает, не что Лукас. Это развод. Какой стальной, какой... Вот просто человек-логика. Ну, опять же, обход по карте 2-1, отыграно. Красиво отыграно. Сыграл Леге. Некс стоит до контакта, в принципе. Меня радует, куда там бежал Леги. Это... Что они делают? Вот зачем Леги пошел в спину? Так, ну, КНГ побежал, побежал, вот, побежал, побежал. Вот побежал. Тут Леги и вот так. Да ладно! Нет, это жесть, друзья, это провал! Выманивают Михаила Столярова, тот не ведется на пиксель, хорошая голова, один в один. Максимум на время нужно играть, не палится и не уходит, остается просто в дефолте в этом стоять. А там диффьюз. Бомба диффузится до последнего момента. Это раунд, дорогие друзья. Бомба ставится, Хоббит, хороший первый фраг. Надо брать. У Кримза 22 хп. У Хоббита преимущество по позиции, по бомбе, по инфе. Все на руках действительно Абая. Здесь отличнейшая позиция на левый пиксель фонтана. Она сразу не чекается, будет вычислять на темной сначала, потом на гробах где-то на хелпе своего соперника. Убирают. Это прострелы. Это есть. Что Кримз прям пощекотал нервишки этими выстрелами. He's had so much time to position here. Will Fnatic read this? Olufmeister has one HP. Dozier, there's opportunity for him. They could go for a smoke defuse attempt. There's tons of utility here for Fnatic. And it's Olufmeister with one HP to try and defuse the box. It's not going to work out. Is there time for Grimms? It's going to be a close one, Dan. Постелили молотом. Еще и смачок закидывается. Легкий фраг добьяли. Второй туда же. Замес, мясорубочка. Что это за выход смоук четвером? Хоббита 1 в 2. Ну, даже 1 в 3, считайте, что он забрал одного из игроков только сейчас. И, в принципе, если перекроет Гзипникса, то все шикарно, остается 1 на 1 с бомбой. Опа, успел зайти. Не знаю, что было лучше, успел ли ибо выпал. Но его не чекаются, какой подарок, спасибо! Гзипникс, вот это да, я думал, что он по-любому посмотрит сюда. Видит, что нет никого на бомбе. Он уже уверен, не получается у девайса поймать хэдшот. И Хоббит четенько берет пистолетку 1 в 3.
Отличный дабл от Моу. Минус Глейви, минус Кьярбай. Как же не везет сейчас Астралис. И как же жестко раздает Моу. До свидания. Да что ж такое. Квадрокилл. На кураже. Момент. Моу. Моу! Есть же! 4 фрага в этом раунде. Как он играет на оверпасе? Как он вообще играет? Милостивый, боже! Привет, ребята! Взрывается зал. Снэкс в один спрей просто разобрал всех соперников. И Лукас остается один. Все же играет Кабрак. Понимаешь, что Снэкс красный. Его просто нужно сейчас забрать. Попав один раз, Снэкс садится на морозе, дефьюзить бомбу. Лукас думает, что это фейк, но проверить все-таки нужно. Снэкс скажет, как же он дергает этого Лукаса, но времени на дефьюз просто не остается. И неужели команда Immortals выигрывает раунд с одним единственным девайсом? Матерь божья! Паша бицепс один против четверых. Это выглядит слишком сложно. Ну да, Стил, скорее всего, сейчас умрет. Но вот что делать с остальными тремя игроками? Да, все, теперь точно знаю, где есть Паша, где есть бомба. Но Паша продолжает бороться. Забрал Кинга, отлично щелкнул сейчас. Да. Увидел? Нет, уже поздно. Зато хорошо перевелся. Да, реакция Паши бицепса на высоте. С 6 хп он остается против снова-таки немобильного. Хени имеет все шансы сейчас этому бразильцу Паша бицепс отомстить. Контактный выход. Ну да, Гамбит потратили гранаты, Дося посадили. Дося просто здесь отпылесосил троих за раз. Не падать духом, дернуть вовремя. Мо, отличная игра, Стил его испугался. Не как знали. Спрейд Мо, он просто выпускал префайры и не давал бразильцу появляться на этой опасной позиции. Ну и давайте смотреть. Трое на зелени. Кенни пытался выйти с центра, за что поплатился жизнью. Мо, еще один минус. Это... просто шикарно отыгрывает. Занятая церковь приносит большие проблемы для ребят из Гамбит. Остается Хоббит. Еще не сказал своего последнего слова. О, вот это три хедшота! Абай, друзья, квадрокилл!
Просто... Сумасшедший раунд в исполнении Gambit Gaming. Он просто спасает сейчас, друзья, всю ситуацию для своей команды. Зевс один против двоих. Времени, опять же, до взрыва бомбы очень-очень много, что позволяет действовать бразильцам свободно. 1% здоровья, конечно же, у Стила. Это не самая лучшая ситуация. Самый лучший момент. Забирает одного. Убегает, уходит. Красавчик. А теперь начинается... в дыму Зевс. Как играет капитан команды Гамбит. А теперь начинается танцор Зевс, друзья. И он реально станцевал. Второй раз. Очередной. Просто дэнс-баттл просто... в исполнении капитана команды Гамбит. Эти позиции. Ну вот Болтс надо в пункте продавить. 4 в 2. Если Болтс не умирает, то этот раунд может для Гамбит стать очень, ну, не знаю, очень болезненным. Но в итоге бомба ставится на дефолте. КНГ врывается, забирает Хоббита, нет? Нет, не врывается. Охрана отмена. Ой-ой-ой, Хоббит на волоске от смерти. Но они разыгрывают эту комбинацию. 2 на 20-ке последние. Доси тянет время. Доси, надо жить. Флешечка, вот. Хоббит сигареты попробует помочь пристраиваться на дефолт. Доси изолируется дымом. Как грамотно отыгрывает Доси в этой ситуации. Хоббиту надо просто жить. Бразильцы кидают им, попробуют задефить на морозе. Но нет, обходят, дефьюза нету. Хоббит, Дося, Гравьярд, его прострелили. Хоббит остается на дефолте. 11 патронов, стреляет не туда, но попадает по голове. Остается против Хенни, Хенни его пытается опувить. Ну, попытка взять прострелом, раунд Абай должен забирать, друзья. Хоббит просто чудом выигрывает этот раунд, гениальная друзья. Игра Доси и Хоббита. 15-10. 15-й раунд для Гамбит. One more very, very, very important question for you. You tweeted, I will not give up till I win a mother beep in major. You just did that. Now what are you gonna do? I just say, Olaf Meister, I love you. And second, God help me, and I won major.